Для кого кризис – время посыпать голову пеплом, а для кого – время возможностей? Один бизнес рушится как карточный домик, а другой идет на вырост. Помогать предпринимателям находить верную дорогу теперь будут на государственном уровне. Как? Расскажем все факты. Будущее малого и среднего бизнеса в России строится буквально здесь и сейчас. 7 апреля проблемами растущего предпринимательства озадачился Госсовет. Формально орган этот всего лишь совещательный, но председательствует президент. А среди участников – председатели Верхней и Нижней палаты парламента, руководители фракций, полномочные представители президента и главы субъектов. Принципиально важно утвердить в обществе ценности предпринимательства. Понимание особой роли предпринимательского труда как одного из важнейших ресурсов развития страны, долгосрочного ее экономического роста. Государство, все уровни власти должны сделать все возможное, чтобы занятие бизнесом стало привлекательным, доступным и престижным. Чтобы создавались равные условия для всех предпринимателей, чтобы правила и законы были стабильными и понятными, чтобы обеспечивалась честная и открытая конкуренция, и никто не мешал работать, не лез с крышеванием, не вымогал взяток, поборов, не предлагал так называемые навязанные услуги. На мерах поддержки еще остановимся подробно. Пока же критерии, что есть среднее предпринимательство и что есть малое. В России на самом деле категории 3 – микропредприятия. Это компании, где трудится до 15 человек, а годовой оборот не превышает 60 миллионов рублей. Малое предприятие – до 100 человек сотрудников и до 400 миллионов оборота. Ну и среднее – 250 человек и 1 миллиард. Если совсем упрощать, то киоск с шаурмой – это микропредприятие, ресторан – малое, а ресторанная сеть, если это, конечно, не Макдональдс, это уже среднее предприятие. Пока трудится в таких небольших компаниях лишь каждый четвертый россиянин – 25%, довольно скромно, с учетом того, что в развитых странах этот показатель 35-80%. Всего же, как принято говорить в деловой среде, субъектов малого и среднего бизнеса в России набирается чуть больше 5,5 миллионов. Две трети из них – индивидуальные предприниматели, треть – юридические лица. Так что есть куда расти. Тревогу вызывает тот факт, что в последние годы мы не видим динамичного развития малого и среднего бизнеса, так, как это было в первое десятилетие этого века. И это подтверждает статистика. Более того, были приняты нормативно-правовые акты, направленные на увеличение фискальной и нефискальной нагрузки на малый бизнес, введение дополнительных административных барьеров. И вот сразу, что было предложено на Госсовете. Эксперты агентства стратегических инициатив обратились к Владимиру Путину с инициативой о создании новой структуры. В помощь, как говорится. Речь идет о рождении единого института развития малого и среднего бизнеса на базе МСП-банка. Это дочерняя структура Внешэкономбанка, специализируется на кредитовании малого бизнеса, и агентство кредитных гарантий. Это позволит сфокусировать инструменты поддержки малого бизнеса в рамках единого окна. Это институт, который должен создавать условия для предпринимателей не просто по их поддержке. Поддерживать нужно только тех, кто хочет расти. Он должен вот убрать эти барьеры, которые сейчас мешают малому бизнесу переходить в средний. И, в принципе, сохранить все лучшее, что есть в МСП-банке и в агентстве кредитных гарантий, и убрать необходимость беготни между ними, там тут одно, там другое, то есть сделать такое одно окно. У нас сейчас очень много торговли, и мало услуг, и мало предприятий производственных. Вот. Я думаю, что как раз задача этого нового института будет работа не просто над увеличением механическим числа малых предприятий, но и над качеством этого увеличения. Все ради того, чтобы увеличить долю малого и среднего предпринимательства в экономике России. Давайте укрупнимся. Где в нашей стране искать малый бизнес? В каких сферах? На первом месте по популярности у малых предпринимателей – торговля. Затем идут операции с недвижимостью, аренда, купля, продажа. В тройке – строительство. Средний бизнес – к торговле, куда без нее добавляется промышленное производство и сельское хозяйство. Кстати, именно сельское хозяйство – самая лакомая сфера с точки зрения инвестиций. Но если смотреть на картину в целом, то с инвестициями у нас пока не очень. Для сравнения –
На долю малого и среднего бизнеса в ВВП России приходится чуть больше 20%. В Японии и Канаде аналогичный показатель составляет 57%, в Германии почти 50%. С другой стороны, отставание – это потенциал для роста. Как удалось добиться высоких показателей? Мировой опыт в нашем формате. Развитие малого и среднего бизнеса разными темпами идет во всех странах мира. В Европе система поддержки и регулирования малого и среднего бизнеса сложилась еще в 70-х. В основе подхода развитие конкуренции, финансовая поддержка, упрощение нормативной базы, содействие в сфере исследований, помощь в обучении высококвалифицированных кадров. Например, в Германии школьникам и студентам, желающим в будущем открыть свое дело, предлагают специальные курсы. В Великобритании новичкам доступны бесплатные консультации и бизнес-наставники. Во Франции, решившие открыть дело безработные, на 3 года освобождаются от налогов. В США, где в бизнесе занята каждая третья семья, государство помогает предпринимателям заключать контракты с крупными предприятиями, получать правительственные заказы. Китай, где малый и средний бизнес сильно завязан на инновации, предлагает бизнесменам низкопроцентные ссуды на погашение кредитов. В Японии государство предоставляет предпринимателям услуги в сфере консалтинга, рекламы и подбора кадров. В Сингапуре, где малый и средний бизнес составляет 90% всех предприятий страны, существуют особые налоговые льготы для новичков, бесплатное обучение персонала, гибкая система грантов и дотаций. Что же мешает развиваться малому бизнесу здесь и сейчас? Эксперты выделяют 4 главных фактора. Это падение спроса на продукцию, проблемы с поиском рынков сбыта, то есть покупать стали меньше, а кому новому продавать свой товар, предприниматели не знают. Господдержка тоже хромает. 3-й фактор – это кредиты, дорогие и малодоступные. И 4-й – нехватка квалифицированных кадров. Ну и характерный пример административного барьера для среднего бизнеса. Частные медицинские клиники, тоже предпринимательство. Но пустить заработанные деньги в инвестиции и даже банально получить прибыль запрещено законом. Разрешено тратить средства только на целевые расходы, скажем, поддержание работы клиники в текущем режиме. Это все равно, что если бы вы получали бы зарплату, но был бы закон, в котором было бы написано, что эту зарплату вы можете тратить на продукты и на стиральный порошок, а вот на ремонт квартиры не можете. Это существенно тормозит развитие всех медицинских проектов государственно-частного партнерства, в принципе, в Российской Федерации. Конечно же, нам глубоко необходима возможность привлекать заемные средства, чего на сегодняшний день особенности расходования средств ОМС, которые закреплены в законодательстве, нам не позволяют делать. Ну и мы очень надеемся, что эти проблемы теперь решатся. И это только конкретный отраслевой пример. Вот какие проблемы выделяют сами предприниматели. На первом месте – налоги. Каждый второй респондент-бизнесмен назвал их проблемой. Чуть меньше недовольства вызывают сложность бюрократических процедур и проблемы с кредитованием. На экономическую ситуацию в целом жалуются каждый 3-й опрошенный. Примерно столько же недовольны законодательством. При этом по недовольству законы обогнали и нехватку кадров, и теневой рынок, и издержки на оплату труда. В общем, наболело. Вот что будет меняться в самое ближайшее время. Самое ожидаемое – анонсированный президентом 3-летний мораторий на проведение плановых проверок заработает с 2016 года. Принцип простой – освободить от ненужных проверок тех, кто работает честно. Вторая инициатива – налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей. Здесь подводный камень только один. Речь идет о предпринимателях, работающих в научной, производственной или социальной сфере. Это 15% от общего числа. По штрафам. Тоже послабление, разумеется, если суд сочтет, что последствия нарушения незначительны. И еще один прорывной момент – полноценный доступ малых предприятий к закупкам госкорпораций. Объем не менее 18%. Те льготы, которые существовали ранее, эти льготы касаются самих юридических лиц. Мы же предлагаем сделать привязку льготы к физическому лицу, которое учреждает новое малое предприятие. И для того, чтобы этот гражданин имел право воспользоваться этой льготой в течение один раз в течение своей жизни. Но льготы хотим предоставить существенные. В частности, полностью освободить от всех налогов, за исключением уплаты налога на доходы физических лиц и специальную ставку внебюджетных взносов в размере 14%. Теперь главное, чтобы все эти инициативы перекочевали с бумаги в реальную жизнь. Хорошим примером в этом смысле может служить сокращение этих самых бумаг.
Так, в 2015 году миллионы россиян избавились от командировочных удостоверений. Уже большое подспорье. А чего стоила отмена печати? Буквально накануне президент подписал закон, отправивший печати в прошлое. Теперь иметь заветный круглый оттиск – это право фирмы, а не обязанность. Следующий в очереди – колл-центр по вопросам регистрации юрлиц и введение типовых уставов для обществ с ограниченной ответственностью. Тут важно еще, чтобы все это находило отклик у самого бизнеса. Так, по последним опросам, лишь треть руководителей малых предприятий в России знают о программах поддержки в своем регионе. А те, что знают, крайне редко ими пользуются.